Зимняя фрикционная шина скандинавского типа Nokian Hakkapeliitta R3 SUV. Детальный обзор. Начнем с маркировок. Бренд Nokian Tyres. Гамма шин Hakkapeliitta. Модель R3 SUV для кроссоверов и внедорожников. Типоразмер 255, 55, 19. Шина в данном типоразмере подходит на последнее поколение Audi Q7, Infiniti QX60, Jaguar F-Pace, Range Rover Velar, Lexus RX, Mercedes-Benz GLE и X-Class, Porsche Cayenne и Macan, Volkswagen Touareg и Amarok. Но это еще не все. Nokian Hakkapeliitta R3 SUV рассчитана на эксплуатацию на более тяжелых, требовательных к комфорту и безопасности, а также топливной экономичности электромобилей Audi e-tron, Mercedes-Benz EQC и Tesla Model X. Индекс нагрузки 111 – 1090 кг на шину. Индекс скорости R до 170 км в час. Экстралоад – усиленная шина. Шина радиальная, бескамерная. М плюс С для снега и грязи. Горная вершина и снежинка присутствуют, шина зимняя. Структура каркаса. Тред, протектор. Состоит из двух слоев полиэстера, двойного стального армирования и одного слоя полиамида. Сайдвол, боковина, двойной слой полиэстера. Страна производства – Россия. Шина фрикционная, от английского friction – трение. Отсутствие шипов в шине компенсируется более мягким составом резиновой смеси в верхнем слое протектора, большим количеством кромок зацепления и твердыми частицами, которые добавляются в саму смесь. Название технологии твердых частиц. На машинке отмечаем, на какой оси и стороне установлена шина. Указываем накачанное давление. Низкое сопротивление качению. Боковины шин укреплены волокнами арамида, материал прочнее и легче металла. Глубина протектора по ограничителю 7 мм. Полная глубина 9 мм. Вес шины в размере 255, 55, 19, 15 кг, 450 грамм. Ярко выраженное центральное ребро жесткости и расширяющиеся водоотводящие канавки. В центральном ребре ламели с разноуровневой глубиной нарезки. Инженеры сохранили прочность и одновременно добавили кромок зацепления. Индикатор износа подсказывает нам о глубине протектора 8,6 мм. Шину можно смело эксплуатировать, пока видна четверка. Именно такой глубины нарезаны ламели. В глубине протектора спрятаны снежные когти, они призваны эффективно отрабатывать на рыхлом снегу и других мягких рельефах. Блоки центральной части протектора имеют агрессивный внешний вид и отвечают за уверенное ускорение и торможение. Также в центральных блоках, помимо стандартных зигзагообразных ламелей, расположены ламели-насосы. В момент контакта они всасывают тончайшую водяную пленку с поверхности, увеличивая сцепные свойства. В блоках плечевой части протектора ламели-насосы объединены перемычками в своеобразную расческу. Фрикционные шины скандинавского типа разработаны для низких отрицательных температур. Им противопоказана езда при температурах выше плюс 7 градусов. В большинстве европейских стран, например, в Германии, шипы запрещены, в других ограничиваются периодом эксплуатации и скоростью. Nokian Hakkapeliitta R3 SUV подойдет для опытных водителей, которые ценят тишину и комфорт и редко покидают пределы больших городов. Спасибо, что досмотрели. Ровных дорог вам. Пока.